Начнем. Значит, первое сообщение сделает Рязанцев Михаил Николаевич. Пожалуйста, Михаил Николаевич, у вас 20 минут с вопросами. Хорошо, спасибо. В первую очередь я хотел бы поблагодарить организаторов конференции за возможность выступать здесь и за прекрасно организованную конференцию. Я буду говорить здесь о использовании методов химии молекулярного дизайна, которые начинаются практически с квантово-механических моделей и переходят к эксперименту. Это то, чем занимаются в нашей группе. И так как это конференция по оптофармакологии и оптогенетике, то я возьму два примера именно непосредственных применений к оптогенетике и оптофармакологии. Так, это первый объект. А задача, которая в данном случае стоит, это разработка оптогенетического инструмента, который считывает мембранный потенциал клетки. А впервые подобный родопсин был предложен Коуном где-то, наверное, 5 лет назад. И до сих пор основная его проблема, что флуоресцентный сигнал достаточно низкий. То есть в идеале бы этот флуоресцентный сигнал надо улучшать. А существует прямая корреляция между флуоресцентным сигналом и сдвигом спектра в красную область. Так как здесь все прекрасно понимают, что сдвиг спектра в красную область сама по себе очень принципиальная проблема, то это с того, с чего мы начали, и чем мы, собственно, уже достигли некоторых результатов, которые вот здесь представлю. И историю я должен начать значительно раньше. Вы уже достаточно много видели о сложности родопсинов, о том, насколько, как они применяются, насколько они распространены. Вот теперь, если посмотреть это с другой стороны, может ли теоретическая химия, то есть квантовая механика и более грубые модели, вроде молекулярной механики, реально что-то предсказывать? А вот мы начинаем с спектральных свойств родопсинов, которые изменяются в широком диапазоне. И мы используем методологию, КМО методологию, которая разрабатывается в принципе последние 10 лет, начиная с моей кандидатской и дальше. Сейчас мы сдвинулись уже значительно, продвинулись намного дальше. То есть все начиналось с того, что необходимо было свести спектр в газовой фазе. Дело в том, что этот хромофор неустойчив абсолютно в газовой фазе, и поэтому эксперимент появился недавно, по-моему, прошел где-то 12 лет, может быть, чуть больше. Использовали специальную технику для того, чтобы получить спектр в газовой фазе. И это очень сильно поменяло представление о том, как происходит тьюнинг в родопсинах. Вот здесь вы посмотрите экспериментальные значения, которые наблюдались, и расчетные значения, которые позволяет сделать наша методология пока без протеина. Как вы видите, согласие уже очень приличное, поэтому можно двигаться дальше и перейти к протеину. А вот здесь приведены два результата среди других многих, которые показывают, собственно, что и в протеине, используя нашу методологию, мы можем воспроизводить спектр с достаточно высокой точностью. Вот это вот тоже наши работы, которые уже сделаны достаточно давно. Но вот в них показывается, что эти модели работают при условии, что у вас есть кристаллографическая структура. Но вы видели из предыдущих докладов, каковы сложности реально с кристаллической структурой. На данный момент для родопсинов существует 23 уникальных кристаллических структуры, но не считая различные бата-формы и прочее, прочее, прочее. А 10 тысяч родопсинов, может быть даже больше, если там, для которых есть аминокислотная последовательность. То есть 23-10 тысяч и сложность получения. Естественно, возникает у любого теоретика возникает вопрос, с какой точностью мы можем предсказать эти структуры, используя современные методологии. Вот мы поставили этот вопрос, это мы сделали совершенно недавно, и вот первое, что мы сделали, мы посмотрели, на какие кластеры разбиваются родопсины, по именно какой у них sequence identity и другие характеристики. Собственно, как видите, мы можем выделить несколько классов, что в принципе тоже достаточно очевидно. И что очень приятно, что для позвоночных и беспозвоночных родопсинов есть хотя бы по одной кристаллографической структуре. Также, как вы видите, вот этот самый sodium pump, кристаллическая структура, которая стоит особняком, дает целый новый класс родопсинов, и поэтому то, что есть кристаллическая структура, это тоже очень-очень-очень приятно. Итак, дальше, что мы сделали? Мы используем методологии, и, собственно, большинство людей, с которыми я сейчас разговариваю, мы сами были несколько удивлены, насколько отлично мы получаем предсказание структур. То есть, грубо говоря, если мы выбираем sequence identity у нас, допустим, больше 40%, то мы предсказываем структуры,
с точностью, ну, сравнимой с лучшими кристаллографическими структурами. То есть как мы сделали? Мы взяли 23 существующих кристаллических структуры и сделали предсказания многих-многих пар, те, которые мы смогли перебрать, одно на основе другого, используя разные методологии. То есть результат действительно очень-очень приятный. Дальше. Начиная со спектральных свойств, как мы знали, как их высчитывать. Поэтому что мы сделали в первую очередь? Мы взяли большой сет родовсинов животных, для которых экспериментальные данные есть аминокислотная последовательность. Сделали вычисления. Здесь показаны экспериментальные данные. Данные вычисления. Как вы видите, корреляция просто отличная. То есть, грубо говоря, если все делать очень грамотно, с точностью где-то 25-30 нанометров, иногда значительно лучше, мы можем предсказывать спектры и значительно более точный сдвиг. Притом, используя аминокислотную последовательность. Вот что, собственно говоря, чем мы очень довольны, потому что это действительно очень интересный результат. Дальше. Мы, используя подобный подход, мы, к примеру, смогли объяснить классическую задачу, собственно говоря, что вызывает в хало-родопсине солинарами после поглощения хлора красный сдвиг. Эта задача в течение 30 лет была не до конца понятна. Многие даже считали, что графическая структура разрешена неправильно, потому что в той позиции хлорид ион должен вызывать, конечно, синий сдвиг. А механизм тюнинга действительно значительно более сложный. Происходит сильная реорганизация протеина. И полярные резидусы, близкие к пакету, сильно реорганизуются, и практически вот эффект хлоритеона, который минус 100 нанометров, он не только балансируется, а более того, даже красный сдвиг получается, там те самые наблюдаемые экспериментально, около 10 нанометров. Так, теперь, значит, назад к нашему объекту. Первое, что мы сделали, кристаллической структуры для него нет, мы ее предсказали, мы рассчитали спектр. Вот это вот было опубликовано недавно. И, собственно, как видите, это первое, что мы сделали. Согласие более-менее приличное. Дальше. Наша задача, собственно говоря, сдвинуть спектр в нужную нам сторону. Какие подходы используют экспериментаторы в данном случае? Либо рациональный дизайн, когда мы понимаем, что происходит, и меняем нужный резидю. Либо какие-нибудь подходы стохастические, вроде направленной эволюции, которые делают экспериментаторы. Наша задача была, учитывая сложность эксперимента, собственно говоря, начать переходить к направленной эволюции инсилика. То есть мы взяли экспериментальную статью, в которой была проделана вот для похожего очень родопсина, не для этого точно, для похожего родопсина, была проделана экспериментальная работа, в которой при помощи Directed Evolution была направлена эволюция, были получены сдвиги в ту и в другую сторону, как вы видите. Экспериментаторы отлично понимают, какая здесь работа проделана. То есть это действительно очень сложно. И если мы можем это сделать в компьютере, то это будет значительно дешевле и значительно лучше. Первое, что мы сделали, мы взяли все мутанты, которые вот предсказали экспериментаторы, рассчитали их спектр и посмотрели сдвиги. Как вы видите, опять корреляция, сдвиги воспроизводятся. После этого мы использовали классический алгоритм, который достаточно устойчивый для генетического для направленной эволюции, классический алгоритм. Сейчас мы пытаемся каким-то образом играть с этими алгоритмами, улучшать их. Ну, это не принципиально, если кому интересно, я могу рассказать более подробно. То есть результаты. Дело в том, что мы получили больше поколений, чем экспериментаторы. Результат такой, что мы нашли близкие, не все, метод стохастический, но мы нашли несколько мутантов, которые получили в работе Арнольд, и еще пару мутантов, которые очень интересны. Вот сейчас в данном случае экспериментаторы пытаются проверить, насколько они сдвинуты. В общем, дальнейшее развитие этих работ – это улучшение генетических алгоритмов и реальная проверка на эксперименте. И, естественно, мы занимаемся моделированием других свойств, но на данный момент я этим останавливаться не буду, чтобы еще оставить время для подфармакологической задачи, проектом, который мы занимаемся совместно с Михаилом Леонидовичем Фирсовым, то есть, собственно говоря, практически вся физиология делается под его руководством. И, в общем, здесь классические мы используем классические азобензолы в качестве переключателей.
А что здесь я хочу показать? То есть какая была у нас задача? Во-первых, понятно, сдвиг спектра, задача классическая. А вопрос, что, собственно, здесь может дать квантовая химия? А те, кто с этим сталкивался, знают, что квантовая химия при правильном применении может дать очень много, при неправильном применении вообще ничего не дает. Но для этих систем, к счастью, есть функционал плотности, который позволяет получить хорошее согласие эксперимента. Вот, к примеру, посмотрите на эту одну из молекул, которую мы предложили и синтезировали. Она отличается от азобензола тем, что там стали нафталиновое кольцо. Понятно, в первую очередь идея была сдвинуть спектр. Вот это вот экспериментальные спектры в растворе Рингера и в кислой среде. Почему в кислой среде, поймете из следующего слайда. И вот, собственно говоря, рассчитанный нами спектр 514, максимум спектр 514 нанометров. Теперь посмотрим, что здесь происходит. Немного поменяли молекулу. А появилась очень сильная зависимость от pH. Вот тут мы не могли понять, что происходит. Посмотрите, красный спектр в кислой среде, черный спектр в растворе Рингера. А именно спектроскопия, в первую очередь, нам позволила догадаться, что, собственно, там происходит протонирование. Если мы берем протонированные формы, мы можем воспроизвести спектры. И черная — это не протонированная форма. А, то есть спектроскопию более-менее можно делать дизайн соединения азобензолов и достаточно точно рассчитывать спектры. А основная все-таки задача, с которой мы столкнулись, нам интересно, чтобы эти переключатели, так как потенциально они могут использоваться для восстановления поврежденной сетчатки, все-таки скорость этих переключателей после того, как они перейдут в cis-состояние нерабочее, они должны вернуться назад достаточно быстро, иначе просто вещество будет выходить из игры и расходоваться на некоторое время, выходить из игры, пока оно не вернется обратно в трансформу, которая блокирует канал. Эти процессы сверхбыстрые. Вот до того классического соединения АКА, который в статьях написано, что миллисекунды. Мы взяли и сделали, синтезировали соединение, сделали спектроскопию высокого времени разрешения на секундную, измерили реально время жизни. Вот посмотрите результаты. Вот это вот соединение, время жизни в растворе Рингера, время жизни в ацетонитриле, время жизни в воде при pH 2. Ну, раствор Рингера и в воде, а при нейтральном практически одинаковые. Там слегка отличаются погрешности эксперимента. Теперь посмотрите на второе соединение. Если вы посмотрите здесь, уже в растворе Рингера на три порядка практически разница получается. Сейчас мы это понимаем, что это опять из-за протонирования формы. Происходит именно протонирование формы, и поэтому это соединение уже изначально при физиологическом pH уже значительно быстрее, на три порядка, чем предыдущее соединение. То есть интересно, конечно, насколько это будет сохраняться в сетчатке и другое, но с позиции изначального подхода, это первая проблема, которую мы должны все-таки решить, посмотреть, что, собственно, происходит в растворе. А здесь общая идея моделирования, которая, чтобы понять, собственно говоря, механизм реакции. Как это делается в химии? А вот это, вот, собственно говоря, так называемые пути реакции, их очень много. Поверхность в реальности здесь показана, она как трехмерная, в реальности она на самом деле многомерная. Но здесь это показано в качестве примера, что вы видите. Она может пойти туда, она может пойти сюда. Куда она пойдет, зависит от энергии вот этих самых переходных состояний, то есть точек наивысших по энергии. Вот квантовая химия умеет это очень хорошо рассчитывать. И вот, собственно говоря, вот здесь мы сделали вот это самое моделирование. Вот посмотрите. Сверху линии, которые показывают моделирование растворе ацетонитрила. Снизу линии, которые показывают для потайной формы в воде. То есть качественно и даже количественно все, в принципе, достаточно прилично согласуется. И более того, мы поняли, собственно говоря, механизм именно для понижения вот этого барьера. То есть наша дальнейшая задача, к сожалению, это соединение не очень хорошо растворимо. То есть с одной стороны мы получили ускорение, а с другой стороны растворимость его резко упала. Но используя вот, собственно, те наработки, которые есть, теперь мы приблизительно знаем, как делать эти соединения быстрыми. Вот насколько это будет влиять на то, что они будут блокировать, не блокировать канал, это, конечно, нам нужно смотреть патч-клампы, потом на сетчатке, потому что я не думаю, что наше моделирование здесь даст настолько же много, как вот моделирование квантомеханическое, потому что модели будут значительно более грубые, хотя тоже очень полезные. Но тем не менее, ну и побочный эффект, который очень интересен химикам, который мы нашли, который до сих пор предполагался, но никто не знал, что там существуют на самом деле синглет-триплетные переходы. Вот химикам это очень интересно, потому что это очень необычный механизм. А те, кто сталкивался с этим переключателем, знают, что азобензолы, они используются повсеместно. То есть оптофармакология — это только одно из немногих применений. То есть практически все основные
процессы, которые используют фотопереключение, это самый главный выбор, это именно азобензол. Вот, собственно говоря, основные вещи, которые я хотел сказать сегодня. Вот, обязательно я хочу поблагодарить еще раз коллег из Института эволюционной физиологии, коллег из Италии, США, Японии, ну и группу, с которой мы работаем. Спасибо за доклад. Вопрос, пожалуйста. Да, Петр Дмитриевич. Спасибо большое. Очень интересно, быстро. Быстро, но интересно и насыщенно. Значит, но у меня, во-первых, вопрос по поводу pH воды. Вы там написали pH воды двойка. Нет, это ошибка, раствор, наверное. Водный раствор, подкисленный до двойки. Вот подкисленный водой. Ну, а pH какой там был? Два. Нет. Это вода, водный раствор, в котором мы добавили кислоты, буфер, естественно. Специально? Да? Специально, чтобы посмотреть эффект протонирования. Вот. А при нормальном pH? При нормальном pH, ну, посмотрите, вот там, если я вернусь к этому слайду, вот для одного соединения раствор Рингера, это, собственно говоря, практически, и на эксперимент показывает, что практически один к одному к воде. Ага. С протональной погрешностью. То есть мы брали раствор Рингера, так это физиологический раствор, как раз мы его взяли у коллег. Вот, собственно, что вы наблюдаете в воде? Смотрите, для одного соединения при pH 2 вы наблюдаете резкое ускорение за счет протонирования. Вот для того соединения, которое мы сделали дизайн, вот то соединение уже было до этого на основе азобензола. Это с нафталиновым кольцом. Вы видите, уже при физиологических pH оно на три порядка, потому что протонирование происходит при физиологических pH. Спасибо. Значит, а вот по поводу растворения, вот по растворителю, а вот если вот туда кольцо добавить, заряженную структуру какую-то. Растворение это колоссальная проблема, конечно, да, всегда, да, мы знаем. Да, вот мы сейчас об этом как заряд, раз. Заряд, если не помешает вообще этим вещам, было бы очень хорошо. Да, спасибо. Да. Спасибо. Какой буфер вы использовали при pH 2? Ацетатный. Обычно стандарт мы используем ацетатный буфер. Естественно, и просто подкисляли, просто добавляли кислоту и соляну и так далее, и так далее. Но в конце концов титрование мы делаем с ацетатным буфером. Еще вопросы, пожалуйста. Спасибо большое. Я по первой части. Она очень интересна. Эта деятельность, несомненно, важная. Здесь вопросов нет. Тем не менее, я хочу два комментария сделать. Первое, конечно, очень трудно предсказать все. И вот я говорил об олигомеризации. Знаете, у вас есть первичная последовательность. Вам сначала надо еще... А она функционально значима, мы прямо показали, чрезвычайно. Вторая вещь относится вот к чему. Это наша экспериментальная жизнь. Мы пытаемся изменить один параметр белка, важный, ну, например, цвет белка, максимум поглощения. Но может получиться так, и получается, что мы меняем функцию. Да, и мы просто присутствуем сворачиваем. Вот, иногда это счастливый случай. Вот недавно мы хотели цвет поменять. И мы знаем, как менять цвет. Экспериментатор, вот еще есть такая фундаментальная японская работа, замечательная. Ну, из общих соображений понятно. То есть можно творить там многое. Но не выйдешь, правда, за пределы вот дозволенного, к сожалению, этого режима. Но вот мы получили мутант, который вообще другую функцию осуществляет, родопсин. Что очень приятно, конечно, как вы догадываетесь. Но вот есть действительно, тронешь одно, потянется, так сказать, ниточка далеко, да. Иногда. И, конечно, было бы интересно с вами побеседовать о деталях, у нас же много структур и прочее. Конечно, было бы, философски, да. Мы считаем, что сейчас квантовая химия должна переходить уже, знаете, не делать скрининг. То есть квантовая химия должна использоваться в качестве уже такого более осмысленного скрининга, чем просто электростатические модели. То есть это скрининг. Понятно, будет это работать на эксперименте, не будет работать. Это как в любом другом скрининге. Вопрос, я забыл, важный. Вы показали разницу среднее отклонение от предсказанной от фризиологической. Тут, конечно, есть методические вопросы, мы можем в кулуарах обсудить, но, может быть, всем... Одна вещь интересна. Мне показалось, что очень большая средняя разница. Вот вы там одним ангстремом оперировали. Да, да. Вот я просто вам скажу. Один ангстрем – это полная
иногда катастрофа, потому что если у вас такие большие отклонения, там водородные связи, без которых молекулы воды, водородные связи, без которых вообще в принципе нельзя обсуждать функции этих белков, ну, ВДГС мог быть порушены, не совсем. Все это так. Но вот если я с моего опыта, то если возьмете спектр и попробуйте рассчитать его с плохой структурой, вы получите минус 200 нанометров. Вы чуть-чуть водородную связь. Вот, например, почему была проблема с хлорадопсином? Если вы просто возьмете классическую структуру, которая есть для соленариума, с хлорной формой, уберите хлор и попробуйте что-то, вы никакого сдвига не получите. То есть спектр, расчет спектров, очень-очень чувствительный hydrogen bond network. И вот именно главное, я думаю, достижение вот сейчас вот моделирования, что она сейчас очень неплохо поранена для родопсинов. Это при всей сложности это самые простые мембранные протеины, правильно? То есть это как бы атом водорода, как говорят физики, да, для физиков. То есть, ну, это сложная система, но по сравнению, по крайней мере, так скажем, самый простой G-протеин-капл-рецептор, да? Но вот водородные связи сейчас, вот тут удивительно, это действительно, как бы люди сейчас, мы это обсуждаем, это действительно удивляет, что очень неплохо предсказывается. Просто я говорю, своего опыта, надо еще других больше доказательств. Но если вы чуть-чуть поменяете водородную связь, вы никогда не предскажете спектр с точностью 25 нанометров, никогда. Вы просто уберете несколько молекул воды, тут еще очень принципиально, как вы предскажете молекулы воды, понимаете? Если вы их чуть-чуть предскажете не так, например, используя, как бы сказать, более грубую методологию, вы уже не воспроизведете спектр. Вот сразу минус 60 нанометров будет, минус 100. То есть это очень чувствительно. Вот это вот как бы, ну… Угу. А мы их предсказываем. Мы кристаллическую структуру молекулы воды сейчас никогда не используем. Мы все предсказываем. Все предсказываем молекулы, да, обязательно. То есть, и более того, мы обычно предсказываем все, которые в кристаллической структуре. Но мы предсказываем значительно больше. Ага. Да, я ожидал от вас подобных вопросов. Это будет здорово, да. Угу, да, спасибо. Да, ну, коллеги, наверное, уже ага. Можно, если коротко, давайте. Вот у вас есть слайд, где бактерия родопсин, и от него вот этот слайд. Ага. С каких соображений вы его поставили? Sequence identity. Центр, а от него все идут. Ни с каких, просто бактерия родопсин – центральный протеин. Нет, ну знаете, какую точку отсчета взять здесь не принципиально. Это просто так вот нарисовано, кластеринг сделал. Эволюционное это совсем? Нет, это не эволюционное дерево, нет. Это просто для того, чтобы понять, с какого кластера. Дело в том, что эта статья как раз она сейчас нами отправлена в редакцию. Это для того, чтобы люди, когда использовали, было очень легко подобрать модель. Вот здесь вот сразу видно, собственно, какую модель нужно для какого кластера подбирать. Вот, к сожалению, для визуальных родопсинов, ну, у нас только выбора нет, а для других. Хорошо, спасибо большое за доклад еще раз. И мы переходим.